Еще один участник нашего вечера – необычный коллектив, ансамбль ручных колоколов. Этот коллектив существует в Петербурге в единственном числе, насколько нам известно, поэтому является своего рода уникальным. Вообще таких коллективов в России очень мало. А между тем колокол – это один из древнейших музыкальных инструментов. И в отличие от органа, очень простой. Самые древние колокольчики были обнаружены в Китае. И появились они за много веков до Рождества Христова. В Европе родиной колоколов считается Италия. У восточных славян первое упоминание о колоколах встречается в новгородской летописи XI века. А вот широкое распространение колокола получили уже в послемонгольский период и широко распространились уже с XVI века. Мы тоже являемся участниками этого ансамбля. И можем вам открыть один секрет, одну особенность. Играть на этом инструменте интереснее, чем слушать, и сложнее, чем кажется со стороны. Сложность в том состоит, что исполнители следят за всеми нотами, за всей партитурой, но играют только те несколько нот, за которые они отвечают. Это достаточно сложно. Ну, а звук колокольчиков настолько приятный, что, попробовав поиграть один раз, уже бросать не хочется. Ну, уж очень нравится. А давайте дадим попробовать тому, кто хочет в зале поиграть на колокольчике самим. Кто хочет, я подойду. Ты хочешь? Ты крепко будешь держать? Держи. Ну. Нравится? Да. Кто еще хочет? Правую берем и ударяем вот так. Приятный звук? Очень, очень приятный. Звук колокольчика приятный, он требует усилий для того, чтобы сыграть. А большие колокола, они еще и требуют вообще физической силы, потому что они тяжелые. Кто еще хочет? Этот еще маленький. Сильнее. Туго? Туго, очень. Туго, да, он требует усилия. Мы хотим пригласить к микрофону организатора и музыкального руководителя ансамбля Владимира Кашалабу. Владимир Петрович, вот объясните, пожалуйста, всем, почему же эти колокола все-таки называются английскими? Не китайскими, не итальянскими, не русскими, а именно английскими. И еще пару слов скажите об участниках ансамбля и репертуаре. А участники пускай пока готовятся. Давайте, участники, готовьтесь. Английские очень просто, потому что они родились в Англии. Именно вот этот вариант, когда можно было играть мелодии, не просто играть какие-то перезвоны или какие-то звуки вместе совмещенные, а можно играть мелодии. И на самом деле Англия, она в этом и, ну, продвинулась интересно очень, потому что миссионеры на самом деле получали чемоданчик колоколов. Миссионеры вообще в Англии когда-то очень были принято это. И вообще это страна, родина миссионерства, так скажем. Вот. И там миссионеры выдавали чемоданчик колоколов. Вот я был в Бристоле, я уже как-то, кто ходит на ансамбль колоколов слушать, я это уже как-то рассказывал. Но тем не менее, повторюсь, представляете себе, человек несет Слово Божье, ему дают чемоданчик с колоколами, небольшой чемоданчик, и там одна октава. Ну, скажем, вот эти вот колокольчики небольшие. И чемоданчик, маленький чемоданчик. Человек идет и учит окружающих людей Слову Божию, естественно, и к тому же и учит гимны петь. И эти гимны повторяются вот на колокольчиках. Просто эти мотивы, чтобы запоминать, на колокольчиках эти мотивы повторяются. И люди таким образом приучались к общему пению, к тому, чтобы вместе петь. Вообще, я скажу, что вот это достижение
протестантской культуры, лютеранской тоже, в основном лютеранской, чтобы вместе петь. Ну, а мы сейчас играем так называемые фанфары. Чтец Денис Досаев будет читать нам псалом. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силою своею. Вот око Господне
над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аминь. А вот сейчас будет как раз тот самый пример, когда играется гимн, общее пение, которое вместе поют. «Как овечку пастырь сильный, ты веди меня вперед».